Я сейчас в центре города Турку. Здесь торговый центр. Различные магазины. Прогуляюсь немножко по центру города. Турку находится в юго-западной части Финляндии и считается западными воротами страны. Через город протекает река Аура-Йоки, которая впадает в архипелаговое море с множеством островов. Турку имеет влажный континентальный климат с сравнительно холодной снежной зимой и прохладным летом. Шведское название города – Або переводится буквально как «жизнь у реки» или «живущие у реки». А финское название города Турку переводится как «торговое место». Долина реки Аура-Йоки была заселена еще в доримский период. В Средневековье здесь был оживленный торговый перекресток. Это церковь. Здесь расписание. Таннику январь. 1-го был концерт. И 5-го следующий день. Сейчас выходные.
закрыто до 4, с 11 до 4. Бабочка. И такой торговый центр. Различные магазинчики. Я хочу пройти магазинчик, вот, который находится на втором этаже, называется Индиско. Это индийские товары. Посмотреть. Очень интересная здесь посуда, мне всегда нравится. Сейчас вот есть скидочки 50%, на одежду тоже скидочки. Ну, сейчас такие посленовогодние скидки, предложения. Такие тарелочки, кружечки симпатичные. Подсвечники, украшения на стол. Всегда люблю вот такие кружки, большие кружки, вот такой интересный рисунок с варежками, очень большие. Здесь разные расцветки таких кружек со знаками зодиака появились. Такие кружки раньше не видела со знаками зодиака. Такие кружечки тоже красивые. Купила кружечку, тарелочки. Такой хороший магазинчик. Очень уютный.